Добрый день подписчикам и гостям моего канала. С вами Женя Волков. Сегодня мы опять трудимся на даче. Сегодня я хотел снять видеообзор летнего душа, который с нами уже второй сезон. В том сезоне мы его установили. И сегодня я хочу снять про него видеообзор. Давайте немножко душ. Заказывается готовая. Душ уже как бы сам по себе готов. Поставляется металлическая конструкция в комплекте. В комплекте идут деревянные полы. В комплекте идет лист поликарбоната, который легко порезать ножом, замерить и вот так прикрутить. Все крепежи вот эти, кровельные саморезы вот эти, все идет в комплекте. Давайте заглянем внутрь. Наш душ с предбанником. Вот, обратите внимание. Наш душ с предбанником мы брали. Есть разные всякие сайты, фирмы. Мы взяли, есть без предбанника. Мы взяли с предбанником. То есть, вот, чтобы зашли. Здесь уже я сам две доски этих сделал. То есть, закрепил крючки для мыла. Шампунь, гель. То есть, зашли. Разделись, закрыли, чтобы на воду не попало. Вот обычная шторка подходит идеально для ванны. То есть здесь у нас непосредственно уже душевая. Душевая кабина. Здесь вот смотрите. Бак на 250 литров. Тоже комплектации. Баки есть разные. С подогревом, без подогрева. У нас на 250 литров. Я подробнее расскажу в следующей части. Именно про бак. Вот так он включается, смотрите. Летом в жару самое то, когда сильная жара, охлаждаться в этом душе просто супер. То есть вот так зашли, помылись. 250 литров хватает достаточно очень надолго. То есть здесь, как видите, я ставлю лестницу. И заливаю шлангом. Про бак, как я говорил, во второй части я вам подробно расскажу. Здесь смотрите, металлическая конструкция шла вот до сюда. Я приварил еще профильную трубу 40 на 20, где-то полметра, выкопал лунки и все, и это забетонировал. То есть конструкция сейчас стоит достаточно надежно. Здесь я немножко уж, это для своего успокоения, тоже это вот я делал, немножко укрепил. Поставил также металлические профильные трубы для укрепления. Так вот, такой душ абсолютно очень хорошая вещь. На даче это просто незаменимая вещь. Когда нету бани, ничего, чтобы была возможность комфортно помыться после рабочего дня. Ну и спасаться от жары. Так, первая часть у нас на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся, ставим лайки. А на сегодня все. Всем пока.